Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Причиной – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, отсутствие необходимых условий для безопасности работников загранучреждений, а также сокращение сотрудников дипломатических служб. Новшество – часть изменений в избирательный кодекс. В союзном государстве появится единая автостраховка. Специалисты интегрируют базы данных и унифицируют процедуру оформления ДТП. Планируется также возможность учета стажа на основании нашего водительского удостоверения при заключении договора обязательного страхования в стране-соседке. Больше 3000 белорусов оформили добровольную накопительную пенсию. Женщины оказались более активны, их около 60%. Самому молодому человеку, который заключил такой договор, 19. Сделать вклад в будущее можно в страховой компании «Стравита» или через личный кабинет на официальном сайте. Правоохранители уделят особое внимание профилактике бытового насилия. Контроль за семьями, которые состоят на учете, усилят с 26 октября по 7 ноября. Только в Бобруйске с начала года 73 преступления. Среди них тяжкие телесные, умышленные, истязания и угроза убийства. Воспитанники Бобруйского училища Олимпийского резерва привезли из Армении 3 бронзовые медали. Призер среди юношей 2004-2005 Владимир Батраков. Третьего места также удостоились Марьяна Жуковец, которая боролась среди кадеток 2006-2008, и Валерия Хрущева среди юниорок 2002-2004.